Приветствую, дамы и господа. Сегодня у нас очередное интервью, даже, скажем так, диалог, а не интервью. Сегодня у нас в гостях Сергей Пирогов, основатель аналитической компании Invest Heroes. Сергей, приветствую тебя. Да, привет, Дим. Вот. Мне кажется, впервые с тобой вживую встретились в таком виде, потому что я тоже много наслышан о том, что вы делаете. И главное, что, как сказать, делаем-то похожую вещь, то есть там создали команду, которая делает аналитику для себя и для своего сообщества. Вот. Но получается, что никогда так очно не встречались. Да, ну вот теперь будет повод поговорить, потому что наша команда делает аналитику по российскому, по глобальным рынкам, и вот мы теперь можем сегодня сверить часы, может быть, окажется из нас, что один думает, что надо все скупать, а другой говорит, надо все шортить, вот мы в конце, видимо, и выясним, да, что действительно нужно делать. Поможем друг другу. Да, поможем друг другу слить немножко денег и заодно нашим зрителям, вот, и где-нибудь через полгодика кто-то купит то, что ты порекомендуешь, а кто-то зашортит то, что я порекомендую, и посмотрим, что у них получится. Итак, у нас небольшой есть такой каркас, как мы сегодня будем говорить, такой некий план, чтобы держать все четко, чтобы не уходить, как Вася, куда-нибудь налево, направо, там, будем говорить по темам. Начнем, наверное, с того, как этот год встречают наши команды. Как твоя команда встретила этот год, сколько слила денег, рассказывай. Слушай, ну, год выдался таким, который делает вообще команду, в смысле того, что мы на российском рынке и на Америке, конечно, проходили, как и все, вот эти пертурбации, но проходим их успешно. То есть американская стратегия, которую мы ведем, сейчас дает примерно 12% плюса с начала года, а российская где-то примерно 34-35%. То есть мы были, ну, там, одним из немногих, кто выжил и смог как-то справиться с волатильностью в начале года, и мы потом постепенно капитализировать успех. Вот. Ну и не могу сказать, что там какой-то был гений предвидения, просто скорее было решение о том, что ну, в США будет все падать, и, в общем, это был аналитический вывод, а в России был скорее риск-менеджмент, потому что мы поняли, что если, ну, после того, что было в январе и феврале, вот я помню, что когда это все было, там, ну, было отчаянно противно, когда фундаментал говорил тебе, что надо покупать, а все события тащили рынок вниз, он постоянно распродавался. И, то есть я помню, что это к середине февраля у меня было, наверное, минус 10, наверное, по счету. Хотя, ну, как бы, вроде как все не должно было падать. Только вот эти заголовки все тащили вниз. Вот, но потом мы приняли волевое решение такое, что если это действительно все случится, тогда все упадет намного ниже. Если все отменится, ну, процентов на 7-8 там рынок отскочит в моменте. И мы решили построить лонг-шорт-конструкцию в России на нашей флагманской стратегии. То есть мы зашортили Сбер, там, не знаю, какие-то еще бумаги, индекс, прикупили долларов там на, ну, не знаю, на полсчета, на приличную сумму. И поняли, что если все не оправдается, мы сильно это не потеряем, ну и какие-то лонги, которые у нас вытащат вверх. А ну, как бы, если все упадет, тогда, в принципе, хедж нас спасет. В общем, так оно и сработало. И это решение мы приняли где-то, когда вышел Денис Пушилин, он вечером, в 6 часов вечера, что ли, вышел, говорит, я, говорит, на автобусах отправляю население Донбасса в Россию. И вот, собственно, ну, бывает какой-то важный момент, честно говоря, для меня вот это был прям самый важный верх в российском рынке в этом году, когда я решил, что все, нужно просто идти, ну, типа, в net zero, то есть весь лонг перекрыть каким-то шортом, который тебе меньше нравится, чем лонг, и как бы перейти в игру, ну, типа, в relative value. Вот. Это и спасло, вот как бы честно. Ну, я просто до конца не верил, что может быть что-то действительно такое. Я подозревал, что там какой-то конфликт будет, но, как знаешь, там какой-то, который не приведет к каким-то колоссальным потерям. Ну, на минус 10-15 рынок упадет, подтусуется, как в 2014 году, потом пойдет вверх. Поэтому я лишь чуть-чуть продал, и все равно минус 30% портфеля в рублях у меня вот зафиксировано было, минус 30. В долларах чуть позже оказалось, когда я начал закрывать его постепенно уже в апреле, в конце апреля, в мае, в долларах у меня в тот же оказался размер. То есть у меня получается в долларах я в ноль, 2022 год пошел по российскому рынку, а американский вот сейчас плюс почти 20. Почти плюс 20, при том, что я ничего не продавал, а только покупал весь 2021-2022 год американского портфеля, ничего не шортил, только покупал. Поэтому в долларах хорошо. То есть ты просто распродавался вовремя, или ты просто, ну, или ты нашел вот эти сектора, которые выросли, типа healthcare, там, или, не знаю, energy?
Да, я просто смотри, в 20-21 годах была огромная истерия по поводу Google, Amazon, покупать, они там росли как черти наверх, соответственно, ну, покупать, когда они уже там PE 30, да, и явно что-то уже где-то должен быть конец, я уже особо не покупал, чуть-чуть покупал маленькими дозами, но я покупал value, да, то есть value, дорогие, Кока-Колу, Пепси скупал, всякие, да, вот компании из фармы, компании очень много купил в 2021 году, которые захейтили компании типа Шеврона, ExxonMobil, BP, Shell, почти всю нефтянку скупил, почти всю нефтехимию скупил, которая возможно была. То есть там были сочные дивиденды, явно, ну, внутри хорошей компании, просто их ненавидели. То есть я понял, теперь самый лучший момент это покупать компании, когда их рынок просто ненавидит, хотя в компании более-менее все нормально. То есть, видишь, она сильная, она выдерживает удары стихии, и такие компании надо брать. То есть, это цикличный классический подход, когда цикл падает, когда все ужасно, но если компания там уже есть 100 лет, она сколько циклов прошла, и в целом долг небольшой, и цикл явно какой-то когда-то развернется, такие компании надо покупать. То есть, контрциклично. И вот сейчас, наоборот, вот сейчас в этом месяце распродавал нефтянку, часть нефтехимии закрыл и так далее. То есть, как раз они когда выросли. И начал покупать другие компании, ну, чуть позже мы об этом еще поговорим. Вот. Но в России в рублях, да, минусик. Что поделать, да? То есть я 85% портфеля была в лонгах, 15% только кэши. Поэтому потерял не 50%, да, а минус там 30 с копеечкой. Но отчасти уже сейчас отыгрался это отчасти. Поэтому, наверное, год закрою где-то минус 22-23 в рублях. В долларах лучше. В долларах в плюсе будет. В долларах, да, главная инфраструктура сейчас, то, что, мне кажется, всех в России привергло в шок, то, что там было с СПБ биржей и непонимание, стоит ли там вообще хранить деньги. То есть вроде как бы работает, а завтра неизвестно. Завтра, скажем, завтра. Не, все, да, я как после всех этих историй, как только там на московской бирже заморозили, ну, у меня небольшой портфель был, около 1 000 000 рублей, его заморозили, и я понял, что надо с СПБ биржи тоже все закрывать, я все закрыл, открыл счет напрямую американского брокера дополнительный и туда перекинул эти деньги просто. То есть стало опасно, да, вот это через прокладку уже работать здесь получается. То есть в любой момент эту прокладку закрывают и Да, все. мы ушли во Freedom, и вот кто смог, шел еще в IB, в Exant, то есть все напрямую. Да. Ну вот смотри, команда, да, вот мы все говорим, как прошел год, а как возник ваш Invest Heroes? Я все хотел сказать, Invest Heroes, Invest Future, все. Invest Heroes, как возник? Потому что я смотрю на вас, вы такие все молодые ребята. Я не могу сказать, что я старик какой-то, да, но все молодые, все лет так на 5-10 меня точно младше. Визуально, кажется так, или нет? Слушай, ну все было просто, как бы в каком-то смысле, что началась вся история в 2018 году, потому что в этот момент, ну, во-первых, Телеграм начал развиваться, во-вторых, я понял, что, ну, в принципе, народ там в России пошел на биржу реально очень массово. И, значит, тогда я понял, что совершенно, ну, нет особо сервисов, которые бы обслуживали этот народ. То есть не было там 1 000 000 инвесторов, каких-то аналитических сервисов, которые говорили хотя бы в чем valuation, сколько должен стоить Сбер или Газпром там, или Лукойл. Хотя очевидно было, что вот, наблюдая за людьми, я видел, что никто вообще ничего не понимает, сколько и акции стоят. И, там, ни мультипликаторов не знали, ни там вообще каких-то базовых правил гигиены вообще на рынке. А А как брокеры? управлять партией. Прости, что перебил. Вот. Ну, да, брокеры были, но я видел в этом именно бизнес-opportunity, потому что я понял, что вот я как-то тогда посмотрел видос от Оскара Хартмана. Он говорит, вот какой бизнес там, условно говоря, существует в Штатах, там у него есть там, не знаю, 100 тысяч, 10 тысяч, миллион клиентов, все как бы вообще не представляют, как без него жить завтра, вот, а в России его нет. И я понял, что в целом в России asset management и какой-то частный, не от брокера, и все очень, все остальное будет развиваться. Ну, если у тебя есть там несколько миллионов клиентов, то ты своих там 10-20 тысяч клиентов на этом рынке соберешь, если постараешься. И надо просто ловить эту волну. И под это дело дальше я уже просто начал создавать команду ресерчеров, причем как это было. Я в тот момент пользовался одним независимым сервисом, который я знал, это была Alion Capital. И они делали, на мой взгляд, все очень круто, в смысле, что там разумная аналитика была. Но я им даже как-то писал письмо, типа, там, давайте, можно у вас долю купить, стать партнером, типа, будут тоже делать ресерч там и так далее. Вот, но они сказали, что, типа, у нас так все хорошо, там, вроде как бы, спасибо. Вот, но я понял, что я хочу это сделать, и что, как бы, что я хочу, чтобы это было сделано с моделями.
То есть я работал долгое время в M&A-сфере, там занимался покупкой месторождений, там, не знаю, каких-то ритейл-сетей и так далее. И это навело на то, что надо просто нанимать аналитиков, точно так же, как в Инвестбанке, строить DCF-ки на все компании, которые ты покрываешь, работать с эмитентами, с АЯРами, вот этими людьми, которые отвечают за раскрытие информации, знать их телефон, общаться с ними, вот, собирать всю инфу непосредственно и нормально прогнозировать, короче, кэшфлоу всех компаний, которыми ты занимаешься, и делать из этого сервис. И вот за последние, там, без малого 5 лет мы этот путь прошли, то есть полностью от того, что мы вели телеграм-канальчик, у нас там было, не знаю, там, человека 3-4, до того, что сейчас в команде работает 10 человек, там 5 занимаются Россией, 4 занимаются США, один чувак занимается именно бондами, и есть еще 2 управляющих, которые занимаются, соответственно, там Россией, США и бондовым рынком. Угу. Вот, то есть мы просто пошли по пути того, что типа российскому рынку ритейла нужен независимый кто-то, кто будет ставить своей целью именно зарабатывание денег, а не просто гонять, давать какие-то идеи, лишь бы люди торговали, как делают брокеры, на мой взгляд, потому что часто их аналитика, по моей субъективной оценке, она оставляет желать лучшего. Знаешь, вот я тогда слушаю, действительно, идея-то понятна, потому что я в 2016 году основал Wall Street Pro как канал на YouTube, чуть-чуть раньше, да, на пару лет. Хотя инвестировать начал в 2014 именно как инвестор, а не как трейдер, да. Как трейдер, там, с 2006 года далекого. Но проблема этого рынка была, особенно в начале, вот, не знаю, 16, 17, 18, это, бизнес как бесперспективный. Даже сейчас я его считаю бесперспективным бизнесом тем, чем я занимаюсь сейчас. То есть аналитика для частных инвесторов, в основном, вы же, наверное, частным инвесторам, как бы аналитические какие-то обзоры продаете, там, подписки и так далее. Да? У вас в основном? Да, этот рынок очень сильно вырос. Я с тобой согласен, что сейчас в России этот рынок встал. Вот. И что... Сейчас. Все нормально. Да, что этот рынок встал, и, соответственно, но я бы сказал, что он очень сильно увеличился. То есть, действительно, там несколько лет назад он был супер крошечный. А потом, наверное, вся индустрия, мне кажется, в том году заработала, может быть, 1 500 000 выручки рублей. Не больше. Вот прям все подписки на всех авторов там, все такое. И было как бы ожидание, что она будет расти дальше, там, double digit. И, в общем-то, в том году мы заканчивали год, у нас было где-то 2 с небольшим тысячи платных подписчиков, у Когана было, по-моему, 3,5, то есть мы считали, что мы входим где-то в топ-3 по просто объему бизнеса здесь. Вот, но мы понимали, что на самом деле это такая... как бы сказать, воронка, что ли, то есть что ты, тут как бы это начало, с которого начинается все остальное, то есть что ты можешь, у тебя есть, допустим, какие-то каналы, у нас телеграм-канал, там 65 тысяч подписчиков, там YouTube и прочее, приходят люди, они пользуются аналитикой, часть из них пользуются, им нравится, там, часть из них пользуются, но они, условно, не очень так себе трейдеры или риск-менеджеры, они все равно сливают, хотя ты им даешь правильные рекомендации, которые сам зарабатываешь. Или они не верят там, той стратегии, которую ты делаешь, зарабатываешь. Так бывает. А у нас как бы в сервисе тоже как раз есть не только аналитика, но и стратегия. То есть мы напрямую транслируем поток сделок, которые делаем на реальном счете. Вот, на нескольких. Так что можно просто не ломать голову, если не знаешь. Но я с тобой полностью согласен, что даже тогда, например, представляешь себе, в феврале мы дали рекомендацию зашортить РТС, там все сделать, и то есть типа через там месяц быть вообще без минусов. Даже, по-моему, плюс там 7% к 31 марта. И примерно треть клиентов сказала, что нет, так не будет, типа так не это самое. У нас с ними был такой разговор, они говорили, вы, конечно, молодцы, но типа я не поверил. И потом какая-то часть клиентов, не знаю, там, процентов на 10, там, то и 15 постепенно отвалилось в связи с тем, что ситуация неопределенная, как бы деньги на бирже потерял, заниматься этим не хочу и так далее. Поэтому действительно я уверен, что среди всей популяции людей там трейдеров мало. И поэтому аналитический рынок, он узкий, но он является началом для чего-то другого. Вот. У тебя как мнение на этот счет? У меня мнение, что мое пока субъективное мнение, что пока, не знаю, сколько это продлится, да, пока идут все эти конфликты геополитические, этот рынок будет скукоживаться, сжиматься, уменьшаться, люди отваливаются,
тот же ситуация даже с детским миром, которая сейчас произошла, да, детский мир, то есть его фундаментальная оценка, там, не знаю, ну, как я считал, там, не знаю, больше 100 рублей точно за акцию, а он говорит, что ну, я ухожу с рынка, кому не нравится, там, на, куплю вас чуть-чуть на 3 миллиарда, а остальные пойдете со мной вместе, там, в небиржевый рынок, куда-нибудь в ООшку залезете, потом хрен вы оттуда вылезете, то есть, по сути, это такой полукидок инвесторов, при том, почти всех, кто там находится, это много физиков, и они выкупают явно за бесценок эти активы, а потом не знают, что с ними будет, кто там вообще всем этим руководит, куда все это тащит, очень темная история, очень некрасивая история, и таких историй много, это тот же, как его там, программа обеспечения наша, кто там, софт, блин, что же у меня из головы вылетело даже. Софтлайн. Да, софтлайн. Бонусные акции там не придут. Разделение каких-то компаний на куски каких-то там. Короче, вот этот трэш-трэш, который творится. Плюс, конечно, дивиденды там все поотменяли. Все тут двойная история, когда у тебя компания головная в Европе, а здесь у тебя акции, бизнес ведется. Нельзя дивы платить. И никто особо не шевелится, да? То есть там, не знаю, может, одна-две компании из там 20, кто-то что-то пытается сделать, чтобы дивиденды миноритарии получали. То есть все сидят, такие как обезьянки, замерли и ничего не делают. То есть дивы не приходят, X5 Retail, даже не чешется что-то сделать, например, да, хотя эта компания хорошая фундаментально. И таких, ну, то есть история такая, что если раньше там все разрабатывали, все развивалось, народ приходил, потому что здесь объективно было классно. А сейчас все такое полуумерло, как будто, знаешь, попала ракета вот на фондовый рынок, прям реально там разворотила треть этого рынка, а остальные не понимают, восстанавливать его, да, то есть вот они реально эмитенты сидят, думают, восстанавливать этот рынок или хер с ним, короче, ну вот, и непонятно, кто-то боится, что у них бизнесы там, вон сегодня, да, там Совет Федерации говорит, давайте отнимем, блин, у миллиардеров, которые уехали за рубеж, а давайте у них бабки заберем. Ну а чего нет, да, давайте начнем с них, я думаю, через полгодика дойдет да, уже не до миллиардеров, а до миллионеров, а потом дойдут вообще, ну когда уже закончатся миллиардеры и миллионеры, закончатся, останутся те, у кого просто бабки есть, и давай у них соберем деньги. То есть климат инвест становится настолько неопределенным, настолько, ну все вот эти заявления, я уверен, что такого не будет, да, по крайней мере сейчас, но вот это толкает людей на том, чтобы зачем вообще это нужно. И начинает народ смещаться в сторону недвижки, допустим, а недвижка падает. И вот это получается патовая ситуация, что у тебя вроде фондовый рынок как бы есть что-то интересное, но стрёмно, да, и непонятно, что будет, и недвижка падает, и куда деньги девать? Депозиты, да, или золото. Вот сегодня Тинькофф сказал, что он будет золото, золотые слитки доставлять. То есть народ начнёт слитки покупать неликвидные. То есть сейчас 2022-2023 год, это будет год полный, короче, вакханалий на финансовых, на вообще рынках капитала. Народ очень много денег выводит за рубеж, покупая просто недвижку. Да, вот я, допустим, в Дубае нахожусь, здесь просто валом, да, скупка недвижимости идет просто огромный темп. То же самое в Турции происходит, да, то есть в ближайших там дружественных странах. То есть народ просто немножко за рубеж. Ну да, там X2 было уже сделано с весны, да. Да, то есть, ну, вот, и непонятно, да, действительно обычным людям что делать. Поэтому в моменте, ну, отвечаю, да, в конце, все-таки индустрия, допустим, аналитики и фондовый рынок, она сейчас будет сужаться, на мой взгляд, пока не закончится весь этот конфликт. То есть пока не появится везде определенность. Я могу сказать, что выводы похожи, да, просто здесь вот лично я для себя сделал несколько выводов простых там. Первое, что как бы вот это ритейл-инвестирование массовое, оно действительно не будет особо зарабатывать, и нужно давать готовые решения. То есть нужен asset-менеджмент, то есть только профессионалы на этом рынке заработают. И почему? Ну, потому что есть возможность работать с информацией и понимать, просчитывать разные вещи. Ну, например, там по X5 ритейл, ну, я уже практически с марта или апреля знаю, что у них там вот так, как есть, и что там ничего не поменяется, просто через диалог с IR. То, что они нам, ну, мы с ним поговорили, они нам объяснили, что вот, ну, знаете, у нас получается, что не менее 2 лет займет перевод, если повезет, и других решений пока не будет. А, там, во-вторых, потому что ты понимаешь, как эксплуатировать там даже разные ситуации, ну, то есть там можешь и шортить, и покупать, и так далее, быть в рынке, потому что повестка так меняется, что я только со своей аналитической командой можно было, вот, ну, вот у меня, как бы, я чувствовал большую поддержку в том, что каждую новость я закидывал аналитику, он ее возвращал, ее, как она влияет на оценку компании, на ее кэшфлоу и так далее в моменте, за один день, там, за 2 часа. Вот. И третье, действительно, что тут очень много всяких есть историй между профучастниками, и нужно понимать вообще, как это работает. То есть, например, смотреть на то, что у нас рынок вырос там на 2 периодов. Первый – это когда дивиденды пришли, люди из депозитов вышли в июне, там, 20% вот этих вот, и в сентябре.
было два периода роста рынка. И третий, когда «Газпром» дивиденды заплатил. Это три раза, когда Мосбиржа там сделала плюс, наверное, 15 или 20% ралли. Вот, то есть тупо на ликвидности на самом деле. И вот как бы с этим всем управляться действительно может только человек, который этим вплотную занимается, а не факультативно. И поэтому в этом году мы сделали для своих инвесторов фонд PIF, который может как бы не ограничен по своему мандату, ну, максимально. То есть он может и в бондах быть, и в акциях, и евробонды купить, ну, не замороженные, какие-то ликвидные. И замещающие, вот сейчас там, и шортить индекс до 20% от активов фонда. То есть, условно говоря, вот какие есть там инструменты вообще, чтобы сохранять и приумножать, просто собрать их в одном фонде и дать клиенту возможность проинвестировать в него и заниматься своими делами, учитывая то, что действительно там прилетело со всех сторон. А с другой стороны, ну, для нашей команды российский рынок стал таким как лягушатником, в котором надо было вырасти, то есть поставить все бизнес-процессы, то есть как делается research, как делается контакт с эмитентом, какие мультипликаторы ставить и почему там и так далее. После чего уже в России мы вышли на США и там начали собирать там тоже аудиторию. То есть вот сейчас, например, на Seeking Alpha у нас 240 тысяч просмотров наших research за последние 9-12 месяцев и около 1000 постоянных подписчиков. Соответственно, мы наняли переводчика из Bloomberg, чтобы это все делать и выкладывать. Значит, вошли в рейтинг Refinitiv, ну, то есть консенсус-прогноз по американским бумагам, типа там по Apple, там, не знаю, по Xiaomi, Alibaba и так далее. И дошло даже до того, что они сейчас периодически нам пишут и спрашивают, ну, там, почему у вас такой там прайс-таргет низкий, Google тут писал. Вот, и поэтому в целом мы понимаем, что тот рынок, конечно, гораздо больше, и что там наша стратегическая цель точно так же присутствовать. И мне кажется, многие бизнесмены понимают, что сейчас в России нужно создать некий дивидендный бизнес, когда у тебя поддерживается качество, работает все, что-то это зарабатывает, да, наверное, сильно он не вырастет. А на Западе можно делать большую экспансию. И второе, ну, вот, к чему мы пришли, что действительно не все люди хотят быть трейдерами всю жизнь, значит, нужно просто делать дальше уже какое-то сопровождение, либо делать фонды, либо доверительное управление, и просто выстраивать как бы вертикально интегрированную цепочку, когда у тебя есть решение для всех, и для тех, у кого есть просто 1 000 000 рублей, они хотят поторговать на бирже, и для тех, у кого есть там 30 миллионов рублей, они точно не хотят торговать, но хотят, чтобы деньги работали. А вы название смените или оставите тоже? Пока называется Invest Heroes Global, мы под этим развиваем все, там, типа, Twitter сейчас будет этот, как его, Substack, этот, где все Reddit, вот где все тусуются. То есть вот это все на английском начинает вестись, и я надеюсь, что в следующем году мы уже там соберем первые 20-30 тысяч фолловеров в разных соцсетях, там, ну, в общем, на всех платформах, как вот в России, в общем, делается вот это все. Просто у вас название такое молодежное, не инвестиционного, то есть так, Invest Heroes такой, ну, как такой, говорю, энтузиасты, как даже криптоэнтузиасты, ну, типа for fun, там, условно, сидят 20, ну, то есть представляется, что там сидят такие там, 25 лет ребята со смузи, да, как в свое время Тинькофф говорил, и там что-то делают, клепают, ну, то есть, когда мы слышим там BlackRock, да, какую-нибудь компанию, или Blackstone, да, то есть там такое сразу что-то мощное, да, какие-то корпорации американские, да, а там Invest Heroes, это, ну, вот такие ребята. Потому что Heroes, да, какие-то, или мультяшное такое что-то. Ну, maybe, просто, знаешь, мы уже проинвестировали в этот бренд, и пока не уверен, что там надо что-то менять радикально. А как бы то, что все, что касается, ну, скажем, крупных как бы клиентов, там все равно все это работает in person. То есть, ну, вот есть люди, которые нам фонд принесли, там, допустим, больше 30 миллионов рублей на одного человека, например, одна инвестиция. Вот, и... Ну как, я просто их всех знаю. То есть, ну, с ними надо было чай выпить, чтобы они приняли решение. А там все, что касается других вещей, там, названий и так далее, это вообще не важно. Вот, просто это разные сегменты. Все, понял. Вот. Ну, в общем, одним словом, надо делать результат, это перебивает все. Нет, согласен. Ну окей. Так, у нас дальше, чтобы мы не отвлекались от темы, пойдем поговорим о том, что у нас впереди рецессия. У нас впереди рецессия ожидаемая, да? Притом американцы вчера данные, по-моему, то ли Goldman, то ли Morgan сказал, что
Америка может избежать рецессии, да, и то есть она может там упасть до, ну, просто нулевых ростов, но рост ВВП, но рецессии может и не быть. А, притом Европа явно уже закладывает, что рецессия все-таки будет, и будет, возможно, даже не весь 23-й, а весь еще и, 2, и часть 24-го года затянет за собой. В России тоже этот год рецессия, следующий год рецессия, вот опять же, да, там по прогнозам Минфина, там пройдут они уже следующий год полегче рецессию. Вот исходя из того, что мы ожидаем рецессию, да, то есть вроде все плохо, да, и рынок должен закладывать, что рецессия там будет или как минимум роста не будет. Скорее всего, корпоративные прибыли тогда в Америке, да, уже видно, что маржа сжимается в американских. Вот я сейчас разобрал, ну, штук, наверное, 40 компаний американских, все жалуются, что проблема с маржой, тем, что вот сильный бакс, из-за сильного бакса на глобальных рынках тяжело продавать, себестоимость получается в долларах высокая, вот, а выручку не могут они поднять так быстро. И отсюда вопрос такой, я сам себе на самом деле задаю вопрос, что же тогда делать-то? Что делать нашим уважаемым зрителям, когда все ждут, что будет падение экономики глобальной? Не упадут ли вместе с этим акции и профиты, и что будет? Вот твое мнение, а потом я свое скажу, что я, почему я пришел. Ну, смотри, если я, наверное, разделю ответ на две части. Первая, там, почему, ну, то есть как я с этим справляюсь? Я просто играю в обе стороны всегда. То есть и лонг, и шорт. И хочу в следующем году, если получится, открыть хедж-фонд долларовый, который тоже будет это делать, макро-хедж-фонд. То есть идея в том, чтобы шортить то, что переоценено. И сейчас, мне кажется, допустим, та же фанги, вот, про которые ты говорил, они тоже до сих пор очень дорогие. То есть я, например, там весь год шорчу Apple как одну из постоянных идей вот, на любом серьезном выносе. И это позволяет прокрывать другие инвестиционные позиции. И поэтому мы вот Invest Heroes устраиваем стратегию в долларах просто как шорт широкого рынка и поиск каких-то локальных идей. И на этой разнице зарабатываем какую-то дельту. В этом смысле там, ну, я не вижу больших проблем с тем, чтобы эту тактику дальше развивать, потому что мы видим в целом американский рынок примерно 20% ниже дальше. То есть я думаю, что Apple будет стоить там, $100-120 за бумагу, когда это кончится. И только когда Apple допадает, это и будет, наверное, такой примерный индикатор того, почем должен быть и весь остальной рынок. Вот. Потому что там уж большая у него доля в индексах, и по историческим меркам тоже большая. Поэтому я думаю, что инвесторам проще всего сейчас, тем, кто не активно торгует, вкладываться в, наверное, облигации, либо, может быть, покупать 10-летние трежерис, если доходность будет больше, чем 4,2-4,4. Вот. Можно эту ставку подстраховать, зашортив ETF на high yield, потому что во все кризисы, все рецессии, высокодоходные облигации, ну, спреды по ним растут, и облигации падают, доходность, ну, их погашение тоже растет. Значит, она очень далека пока от таких значений. Вот. То есть можно, получается, купить бонд, но если ты боишься, что процентные ставки тебя будут уносить, можно зашортить самый некачественный бонд, и как бы дельта, она еще вырастет, на самом деле, если так. И, наверное, третье, что можно покупать все то, что мы, вот ты уже называл инвестиционно, просто, ну, с оглядкой на цену. То есть это может быть оборонный сектор, может быть фарма, вот эти драгмейкеры, там какие-нибудь Bristol Myers, там, или Мерк, там еще несколько компаний. Вот. И это могут быть consumer staples, то есть те самые там и Макдональдс, и там какие-нибудь Coca-Cola и другие. Очень важно просто понимать, что обычно вот сейчас то, что было, я оцениваю как пересмотр мультипликатора. Ну, то есть ставки сильно выше стали, соответственно, все стало дешевле, и больше всего досталось NASDAQ. Если мы говорим про рецессию, тут проблемы будут уже у всех. И сильнее всего достанется цикличным отраслям, то есть как раз там и банкам, и этим и промышленникам, и, может быть, там и другим отраслям. Надо выбирать самое нецикличное, во что можно здесь инвестировать. Вот. И по этой причине, ну, то есть мы сейчас видим, что рынок устроен как некая пила довольно широкая в S&P, и когда случается очередной минимум, там действительно можно покупать вот те компании, которые ты считаешь дешевыми. Вот. И вторая альтернатива – это покупать качество. Например, вот нам очень нравится с нашей командой компания Crocs. Поэтому ее просто унизительно продали, по-моему, до 50, что ли, долларов там, со 100 с лишним в какой-то момент.
а ее результаты продолжали расти. И, в принципе, у ребят все довольно позитивно развивается. И они на всех вот этих вот последних пертурбациях, рынках падениях, они там сильно его обгоняли. То есть если покупать там было, условно говоря, просто любую большую просадку, ты мог получить 20-30% роста потом или 40%. То есть нужно выделить несколько качественных имен. Ну и это, конечно, не кроксом единым, но там, мне кажется, Pinterest довольно сильно вот, перестал падать уже после того, как сложился во много раз. И его сейчас выкупают, и, по-моему, Elliott Management его купил на 2 миллиарда долларов. А есть такие еще другие компании, звездочки там, которые инвестор в целом ну, должен накапливать в логике того, что тот, кто переживает кризис, в следующие там, типа 10 лет справляется. Тот, кто не переживает кризис, ну, понятно. Вот. Поэтому вот мой рецепт примерно такой, и тут главный как бы водораздел это просто насколько инвестор активно торгует. Если он не активно торгует, я бы честно вот после этого в бандах посидеть там полгода и покупать через полгода, когда рецессия должна себя проявить больше. Вот. Если человек активно торгует, то нужно много ставок сделать. Например, прямо сейчас мы шортим банки в США прямо активно, там JP Morgan, Bank of America. На последнем росте мы открыли много шорта в эту тему. Потому что у банков же фондирование сейчас все еще дешевое, оно как бы запаздывает. Там, допустим, у депозита американцев 2% под 1, под что-то такое. А на рынках, собственно, у них ну, ставка размещения, она не будет расти сильно. Потому что и кредитование будет, скорее всего, снижаться. Поэтому мы считаем, что как бы они попадают в тиски по марже. Сейчас они выглядят дешевыми, там, типа, ну, price earnings, там, 8, 9, да, даже и по 7 можно найти банк в США. Но это некая иллюзия, потому что там, earnings просто не будут расти, пайбеки отменят, а дивиденды тоже могут снизить, если рецессия окажется сильной. И, в общем, все это будет негативно влиять, конечно же, на этот сектор. Ну, смотри, ты сейчас говоришь про американские компании. А вот я замечаю, что вот мои будни по глобальным рынкам каждый месяц все меньше набирает, меньше набирает, меньше. То есть, ну, люди реально уходят, да? То есть, во-первых, стрёмно через Москву с Санкт-Петербургскую биржу торговать многим. А никто не хочет там сильно париться, открывать счета за рубежом. То есть они боятся, потому что думают заморозить там счета. Вот. И получается, что остается, вот мы говорим про американский рынок, а у нас сейчас там 10% такие сидят, говорят, да, классно, спасибо, Сергей, за Bank of America, а 90 сидят такие, говорят, блин, какой Bank of America, мне бы там Сберчи или ВТБ, что лучше-то, ВТБ или Сбер, извечный вопрос, короче. А Ну, по России, давай а ты, мы, даю да, тебе пас. Скажешь, мне пас. что бы ты по России сказал? Вот, Вообще, да, я тебя дополню своим мнением. да, Россия уже в рецессии, глубокой, да, и будет продолжать в этой рецессии еще находиться. И вообще российский рынок, он стал теперь вне, короче, глобальных, наверное, трендов сильных. То есть он живет своей жизнью, да, на него влияние оказывает, безусловно, потому что он торгует, да, все еще российские компании продают нефть, Ну, продают. через нефть. Да. Ну, по сути, российский рынок это, если мы берем так, он уже в основном это нефть, газ, это металлы, это может сельхозпродукция, но уже в меньшей степени, там, не знаю, удобрения, то больше это все-таки теперь уже прям совсем это рынок commodities, да, то есть мы ожидаем рецессию, а если рецессия будет чуть сильнее, значит, рынок commodities может упасть. Все же это еще зависит от Китая, да, то есть насколько у Китая тоже ничего хорошего нет. То есть, если мы говорим про рецессию, то это падение в commodities. Падение в commodities, падение прибыли компании, которые производят эти commodities, значит, падение российского рынка в целиком, да. И одновременно с этим появляется другой такой белый ангел. Может упасть инфляция. То есть на фоне рецессии может упасть инфляция, люди меньше потребляют, и даже в России инфляция может вдруг стать дефляцией. Может такое случиться, может дефляционная экономика случиться. Ну, вот я бы поспорил Ну, тут да, насчет тут я инфляции. сейчас размышляю на тему. Я сейчас не говорю, что это 100% случится, и на это там деньги не бегу сейчас ставить, да, я просто размышляю. То есть ситуация такая, с одной стороны, если будет рецессия и будет падение по нефти, по металлам, по всей этой группе, то есть российский рынок, значит, обязательно должен сложиться. Такой, да, значит, есть ли Знаешь, смысл вот в том есть случае мнение, что он инвестировать? сложится в долларах. Они же все в долларах, как бы что у нас может быть девал, и как бы мы так же так и будем в бок идти, а в долларах, как бы человек, который просто купит бакс там, ну или он замещающий облигацию Газпрома, он там окажется самым хитрым.
Ну, да, то есть еще девальвация непонятна, да, то есть, потому что российский рынок отстыковался от глобального, по сути, теперь, да, внутренние там, цены на металл, внутренние цены на валюту определяют, там, судя по всему, сейчас какие-то там крупные игроки, которые в тень ушли, то есть они где-то там поддерживают, народ там. Непонятно, когда девальвация случится, она могла бы вытащить случай. То есть, если у тебя цены на коммодитис упадут, у тебя должна девальвация случиться компенсационная, да, как, ну, классическая была. Сейчас непонятно, она сработает вообще или нет. И то есть российский рынок для меня стал такой, знаешь, офшорный рынок, то есть со своими, вот мы с ребятами сидели как недавно в кафе, я говорю, классный российский рынок теперь стал, такой офшорка стал, то есть офшорный рынок, то есть там можно, с одной стороны, прятать деньги от мировых всех этих закулисий, да, то есть от американских капиталистов, теперь они туда точно не дотянутся, но, с другой стороны, а сможешь ли ты их потом вытащить оттуда, то есть такой, знаешь, ларец, туда деньги положишь, а деньги потом обратно не достанешь, вот, поэтому российский рынок стал тебе такой параллельная вселенная, и вот предсказать его становится вообще невозможным теперь. Вот, только на дивидендах мы можем примерно кэшфлоу посмотреть, сколько он там, да, и сколько он должен при этом стоить. Вот вчера Газпромнефть объявила дивиденды, получается 15% дивидоходность. Вот, и что на этом? Ну, 3% сделали. То есть 15% тебе платят 2x от процентной ставки. 3% сделали вчера. Там 3, до 4% росла котировка, да, то есть. Раньше бы на таком мы бы сделали процентов 10 бы, а потом еще 2 дня дальше бы дорастали, чтобы, да, то есть там хотя бы к 10 доходности вырулить, то есть чтобы цена акции выросла, чтобы доходность была 10. Не, вот так вот. Поэтому российский рынок, он классный и непредсказуемый теперь. Офшорный рынок. Ну, позвольте поопонировать. Мне кажется, Да. что он вот в рамках... Мы постоянно пытаемся все переводить в цифру в рамках в российской команды, и у нас здесь есть некоторые успехи. То есть, например, первое, мы несколько раз замерили, сколько денег может зайти, допустим, после дивидендов, ой, после депозитов, когда они кончились в июне, короткие с февраля, с марта. И в сентябре у нас получилось, что там, ну, условно 10, там, 20 оборотов с биржи за день, и мы поняли, что на такой ликвидности, ну, рынок будет расти. Соответственно, давала подсказку, как и дивы Газпрома. Вторая история про рубль. Мы построили в этом году модель кэшфлоу, ну, как бы от экспортной выручки, от погашения бондов и так далее. То есть все это, ну, по месяцам расписали, сколько Россия выплачивает по внешнему долгу, сколько у нас вывод капитала в среднем идет. Ну, то есть там же можно до миллиона долларов физику вывести. Взяли, ну, ретро, как бы, ряд, как это примерно было в этом году, сколько уходит. Взяли, значит, все наши модельки, которые у нас есть по экспортерам, заложили все прогнозы цен, которые у нас есть по металлам, золоту, там, нефти, газу и так далее, и по объемам. И у нас получился, короче, помесячный кэшфлоу, типа Российской Федерации. То есть там экспорт по всем ресурсам минус импорт. Взяли прогноз Акра, минус отток капитала. И у нас получается, что где-то к январю у нас получится, что баланс станет не положительным, а ближе к нулю. Это произойдет просто на фоне того, что если США и Европа введут эмбарго, которое они обещают нам, то объемы экспорта у нас падают, соответственно, падает существенно валютная выручка. Вот. А второй фактор, который там появился, интересный, с сентября, это бегство людей. То есть то, что у нас там 200 или 300 тысяч людей по разным оценкам уехало, оно привело к тому, что появилась ну, ежемесячный какой-то трансфер, ну, то есть либо зарплата, которую человек себе переводит за рубеж, чтобы жить и работать оттуда, либо, ну, например, родственники присылают людям в Турцию, в Казахстан, там, куда угодно, и в Дубай. И в итоге у нас примерно 5 миллиардов долларов в месяц начало уходить по этому каналу из России дополнительно. Ну, так, после марта, наверное, была часть этой суммы, а сейчас еще больше. И если, например, будет новая волна мобилизации или что-то подобное, то, скорее всего, эта сумма еще там вырастет раз в полтора-два. И она может вытащить в том числе, ну, наш торговый там, платежный баланс из существенного профицита в дефицит. Потому что, ну, данные за октябрь такие, что у нас профицит по деньгам, по приходу в России. Поэтому у нас доллар там держится у 60. То есть есть неформальное указание ниже 60 не заливать у корпораций. Ну и собственники бизнеса тоже не стремятся так делать. Мы общаемся с клиентами крупными, кто у нас есть, они все подтверждают, что, ну, типа, ниже 60 я лучше на кике поняжу. Не буду заводить в России и продавать валютную выручку. Вот. И в итоге получается такая ситуация, что типа 60 это некий пол, который все как-то психологически сложился.
Для того, чтобы сложился девал, есть несколько вариантов. Либо должен экспорт энергоресурсов упасть, и там, допустим, цены на металл немножко подснизятся. Либо, что в принципе там нормально и похоже на правду, то есть они там будут, где примерно сейчас. А с другой стороны, у нас должен подрастать импорт, но он растет медленно, там, 5% в месяц там, с текущей базы и так далее. И он, ну, там, устойчиво меньше, чем экспорт, и только за счет оттока капитала можно куда-то выехать. Вот. Плюс возникают разовые вещи, например, Россия помогает там, строить АЭС в Турции, например, и она докапитализировала Росатом, а Росатом вывел эти деньги, чтобы строить атомную электростанцию в Турции. Соответственно, там большой долларовый кэш тоже был куплен и выведен из России под это дело. И вот эти все факторы, они в итоге формируют тот объем, который, ну, тот баланс, который мы имеем. А с этого месяца к нему добавилась еще очередь на замещающие облигации. То есть вот сейчас в основном главный, самый надежный канал, как их купить, то есть купить облигации в Европе и потом заместить их на российскую бумагу. Это РАИФ, и там очередь примерно неделю, ну, полторы-две недели на то, чтобы завести деньги. То есть это при условии, что у тебя есть мульт долларов, чтобы, ну, принести, допустим, рублями, поменять и открыть себе счет, чтобы купить какой-нибудь там газпромовский бонд за 75 фигур от номинала и потом поменять его на российский и здесь на Мосбирже продать там за 92-94 номинала, заработать 100 годовых или там 20% на этой транзакции. Соответственно, тоже драйвит отток и поддерживает курс. Так бы иначе бы курс еще рубля был крепче. Ну, просто как бы вот чисто механически не сходится иначе, как бы так было. Поэтому сейчас главный союзник девала – это как раз отток капитала, его можно даже как-то мерить и прикидывать. Мы этим периодически занимаемся, уточняем нашу модель на каждых ежемесячных данных. Ну, и она говорит о том, что это где-то январь. А с другой стороны, я полностью согласен, что у нас есть вот эта вот тема с тем, что если все commodities упадут, тогда у нас рынок в долларах точно упадет, как РТС, а как МВБ, ну, может быть, он так и будет боковить. Это довольно частая динамика, которая была. Ну вот И, кстати, можно. еще интересная тема, знаешь, это про монополизацию. Вот мне мой товарищ Александр Исаков, он значит, раньше возглавлял, был главным экономистом ВТБ по России СНГ. Вот. Он мне рассказал историю, что говорит, смотри, не иранский сценарий, а этот юарский сценарий. Что есть в ЮАР было, в 60-х был режим, который попал под международные санкции. Прям тотальные. Им даже нефть перестали привозить. И, короче говоря, у них была ситуация, что, ну, тоже было импортозамещение, глобальные санкции, все корпорации покинули страну или продали бизнес местному топ-менеджменту. Вот. Длилось это все там лет 15, пока они из этого все выбрались. Ну, в общем, во-первых, что у них было интересного? У них их рент не упал, потому что были capital controls, и как бы местный Минфин проконтролировал, что это в каком-то диапазоне ходила их местная единица. Мне это напоминает типа рубль по 60-80, вот так вот, бок. А второе, то, что у них сильно поднялись налоги, о чем ты говоришь, что типа давайте там тех раскулачим, этих раскулачим. Если денег в стране становится меньше, ты либо много занимаешь, либо если не можешь занять, то, ну, занимаешь у своих, там, делаешь куе, печатаешь деньги, фактически там отдаешь их банкам, а они покупают госдолг. Или идешь раскулачивать олигархов. И почему наш рынок, в принципе, сейчас не растет? Потому что, в моем понимании, всегда висит такой дамоклов меч налогов, что если не хватит на СВО, и нужно будет еще денег, а налоговые поступления стремительно падают, то, значит, надо будет еще поднять налоги на «Газпром» или там на «Роснефть» и так далее. И поэтому 15-й дивиденд не совсем аргумент получается. Потому что ты не знаешь, он вообще насколько устойчив. И вот последний аргумент сюда в плане аналитичности, знаешь, допустим, «Лукойл» тоже платит сейчас 15-й дивиденд, примерно, там где-то 700 с чем-то рублей выйдет на бумагу. Но free cash flow Лукойла форвардный, ну, то есть за 23 год, если посчитать, там, нефть взять по 100, там, доллар по 65, 70, будет маленьким. Он окажется всего лишь порядка 10%. И то есть они не смогут повторить такой успех и дать такую выплату. И на самом деле эта выплата – это просто отражение, когда была нефть 120, рубль 100, там, типа, в марте. А сейчас, ну, с учетом эмбарго, которое планируется, если его закладывать в модель, получается, что Лукойл сможет, ну, там, дать, не знаю, седьмой, восьмой дивиденд к текущей цене. А вот эта вот выплата, это, по сути, одна разовая щедрость. Там, если
если хотите, дембельский аккорд. И в этом контексте ты как инвестор понимаешь, что, ну, как бы, прикольно, конечно, но есть ли смысл переплачивать? Хотелось бы купить намного дешевле, учитывая все риски. Поэтому вот как бы цифры нас ведут к тому, что все очень-очень обосновано, очень-очень логично, только непривычно, так сказать, ни хрена так давно не было. Хорошо. И вот мы постепенно переходим к следующей теме. Это как раз акции, конкретика. Смотри, давай я назову, потом ты назовешь. Если мы говорим про российский сейчас рынок, допустим, 5 бумаг, которые тебе нравятся, да, и буквально там по 30 секунд, почему, чтобы мы не уходили далеко. Исходя из того, вот твой прогноз там, ну, ты там в голове наверняка уже себе что-то представил на 23-й год, да, там, не знаю, будет ли там инфляция, будет ли там девальвация. Ну, то есть у тебя какой-то в голове должен быть прогноз. Если будет девальвация, то вот эти компании выиграют. Если не будет девальвации, то там внутренний спрос вытянет, например, да, или еще что-то случится. Да, у нас каждый месяц утверждается на бумаге Да, но давай мы сегодня попробуем утвердить такое, чтобы не каждый месяц переделывать, а вот так хотя бы месяцев на 12, да. То есть чтобы не было, да, вот мы как бы зубами, ну, окей, да. Да, стиснулись и говорим, все, вот этот портфель теперь на 12 месяцев вперед и забыли. Ну, хотя бы 5 акций, да, которые будут составлять этот портфель, пускай так. И что бы ни произошло, вот, ну, кто-то выиграет, тот проиграет. Да, нельзя, чтобы все акции выросли, столько, ну, индекс целиком не растет, там все шикарно, там, не знаю, все закончилось миром, да, и санкции сняли. Только это вытащит весь портфель, наверное, вверх. Ну вот, 5 бумажечек, да, вот что, давай я начну. Я боюсь девальвации. И, соответственно, я хочу часть акций, да, держать такие, что если девальвация случится, ну, компании, которые не под санкции, они заработают денег на этом. То есть, первое, это у меня Новатэк, да, потому что он не под санкциями прямыми, да, там ему запрещено поставлять какие-то отдельные оборудования, но, в принципе, он газ продает, продает в том числе и Финляндию, вот сейчас они там вместо Газпрома стал продавать и в Азию и так далее. То есть, первое, это Новатэк. Вчера я поменял Лукойл на Газпромнефть. Почему поменял? Потому что «Газпромнефть», исходя из того, что фрифлоут у него там что-то в районе 4%, я, ну, последний там не смотрел, но где-то годик-полтора назад такие примерно был, да, по-моему, они там ничего фрифлоута не увеличивали они с тех пор. И это означает, что все дивиденды практически, да, там 96% дивидендов идут напрямую в «Газпром», да, оттуда уже в государство, да, в виде там пошлин и так далее. То есть «Газпромнефть» будут доить с точки зрения дивидендов, и это нормально, да, то есть не выводить через корпоративные эти, да, а это, по сути, вывод капитала прямой, да, там 4% этих физиков сидит, ну, как бы, ладно, это им бонус, да, как бы, сидите, поэтому я уверен, как бы, «Газпромнефть» здесь в этом плане будет более интересно, с него будут вытаскивать все в материнскую компанию, по сути. Это второе, да, то есть я взял две компании нефтегазового сектора, которые могут выиграть от этого. Следующее, это что есть? Ну, 5, да, то есть нам нужно. Третье. Я очень не люблю Фосагра за его текущую стоимость, она достаточно дорогая, цикл падает, да, но я взял, добавил себе Фосагра немножечко в портфель, ну, просто чтобы было, да, потому что нефтехимия, ой, нефтянка у нас есть, а вот что не под санкциями, да, это Фосагра, да, я вот разрешил сейчас ООН, там, совместно с европейцами, американцами разрешили вывозить удобрения. То есть он вывозит и вывозит, пусть вывозит. То есть это не подсанкционная часть. И дивиденды платят, при этом ежеквартально. Сейчас, я думаю, они вернутся к ежеквартальной выплате дивидендов. То есть, заметьте, все у меня в дивидендах. Новатэк там по 10%, ну, сейчас он чуть подороже стал, там 9% дивдоходность. А Газпромнефть 15%, Фосагра там тоже 10-я доходность. Но она может уменьшиться за счет падения цен на удобрения. А, три компании, значит. И я бы взял парочку внутреннего рынка, допустим, Магнит, да, население кормить и дивиденды платить. Я думаю, сейчас они вернутся там к выплате дивидендов. И второе, и последнее у нас получается, это Сбербанк, потому что у него вроде все неплохо так по последнему отчету по РСБПУ, да, там вышел российский там вот это, назовем РСБУ. Значит, вышел неплохой отчет, и вроде неплохо, и капитал должен у них постепенно не так сильно припасть, и есть потенциал 2х сделать там через годик-полтора. И дивиденды даже заплатить. То есть вот если 5 возьмем, вот я бы 5 такие бы себе выбрал. Хотя у меня побольше портфеля, но вот мне такие нравятся. Твоя пятерка лучших. Ну смотри, на самом деле сильное совпадение. То есть в смысле, что у меня Новатэк и Магнит были фаворитами, остаются с марта. И вообще я решил, что нужно взять все бумаги, у которых есть органический рост бизнеса. То есть Новатэк условно эти терминалы построят все равно. Рано или поздно Магнит все равно строит магазины. И в этой же логике у меня там в этом в портфеле есть еще бумаги, ну, там, нескольких других бумаг, которые просто развиваются. То есть, например, в российском нефтяном секторе я абсолютно за «Газпромнефть», но я бы добавил туда «Роснефть», потому что они качают
нефть и значит, развивают Восток Ойл, и, ну, в принципе, деньги отдают государству устойчиво. То есть это такая линия. И плюс у них есть некоторый хедж в виде того, что там сидят арабы в капитале, и им принято тоже давать дивиденды. Негласное соглашение, но Сечин придерживается его, мне кажется, вот ровно с того как, момента, как они туда вошли. Что не может быть года без дивидендов. Вот. Поэтому я бы вот поставил, убрал ФосАгро и поставил Роснефть в такой портфель. Почему? Вот по вот этой причине. А ФосАгро мне не угодил тем, что они, если взять график газа на ТТФ, ну, в долларах, и ФосАгро в долларах, то они ходят примерно одинаково. Поскольку я считаю, что газ локальный – это как бы пузырь, ну, в смысле, там, он может долго держаться, но рано или поздно он подешевеет, то и для ФосАгро крутые времена, ну, через какое-то время пройдут, не так давно они там 2,5-3 тысячи за бумагу стоили, их вынесло на 8. Соответственно, если там инвестировать, то в какой-то момент ты столкнешься с тем, что газ является сильным встречным ветром и мешает компании больше зарабатывать. Вот, поэтому я как-то это побаиваюсь. Но что можно взять на замену из таких топовых компаний? Я думаю, что это, наверное, Полюс, потому что у него тоже будет все равно рост добычи рано или поздно. И потому что, ну, там сейчас, конечно, корпоративная структура, так сказать, откровенно фиговая, но не так давно и он вообще стоил 5000 рублей, и это там очень-очень мало для такой компании. Там и по мультипликаторам, и по вообще как бы ее значимости и сайзу, там, капитализация относительно того, что он делает. И в целом я думаю, что золото будет расти. У меня есть просто такой прогноз. Я думаю, что вот сейчас 1600 был минимум, и, соответственно, тогда мы в целом сможем и с полюса увидеть там, 1000 по 10. По поводу Сбера я бы сказал, что это, безусловно, крутая бумага. Просто я, честно говоря, вот и в нем, и в Норникеле, как бы, ну, топовые бумаги, чтобы им владеть, вижу риски именно в рецессию. То есть, что металлы в рецессию ведут себя не очень хорошо, и, наверное, ну, может быть, попозже точка, чтобы его купить. И со Сбером такая же история, что сейчас все достаточно круто, но если у нас рецессия, то, например, ну, такая со спадом ВВП, там, процентов 5%, то обычно в такие рецессии у банка мощные резервы, и Сбер, ну, скорее всего, будет как бы иметь, ну, поток негативных новостей. Вот на это ставлю, что, и что не так быстро сделается X2. То есть, наверное, сделается, но года за 3, скажем. И, ну, я предпочел просто выбрать эту точку попозже или купить подешевле. То есть, если там, не знаю, будет снова 115, я, наверное, куплю. Вот. И в дополнение к пятерке я просто хотел назвать для наших слушателей несколько бумаг, которые, на мой взгляд, тоже развиваются. То есть там есть вот этот процесс роста. Например, вот есть Белуга, и все ее воспринимают, многие инвесторы могут воспринимать просто как водку. Но на самом деле Белуга – это штука, которая развивает сеть магазинов Винлаб. Ну и это, по сути, ритейл. Ну там винишко, там сыр, там все дела, вот все то, что нужно вокруг. И каждый магазин окупается за 3 года так же, как было у Магнита, было в свое время у Детского мира. Ну, то есть, типа, у тебя есть там 1000 магазинов, ты делаешь 1200. И, как вы помните, там все эти акции, они были историями роста, когда EBITDA там прирастала процентов 15-20. И это было не разово, а трендово. Типа, и сегодня, и завтра, и там, через 3 года. Ну, чем больше этих точек ты воткнул, тем лучше. И чем больше ты ритейлер, больше твоя как бы мощность и закупочная сила и прочее-прочее, то есть это только плюс. И получается, что вот компании такого плана, они могут там удвоить свою EBITDA, свою прибыль через года 3-4, что редкость для рынка, то есть так же, как там, может быть, вот сейчас позитив, там у нас позитив технологии торгуется. То есть я считаю, что если на российском рынке и инвестировать, то как бы инвестировать, то есть вложить в бумагу, у которой есть органический рост бизнеса, который поможет, например, удвоить ее доход за 3-4 года, и вы как инвестор, ну, с большой гарантией уже тогда что-то от этого получите. Может, плюс 100, может, не плюс 100. Но как бы, это вы не покупаете, потому что типа дешево, а должно быть подороже, а вы покупаете, потому что это развивается. И я считаю, что вот российским инвесторам было полезно пользоваться такой логикой, потому что она, ну, меня не подвела. Корзина компаний Smart'а, которые развиваются, обогнала широкий рынок точно, вот, по нашим оценкам.
Представляю комментарий сейчас уже. А что если их раскулачат? Такой хороший бизнес. Теперь дозволено все. Можно уйти в ООшку, то есть можно выгнать миноров, короче, выкупив у нее за копейки, а потом уйти в тени, можно просто забрать бизнес. То есть, вот это, что сейчас пугает многих, то, что правила игры начинают меняться, да. То есть... Два ответа. Да. Первый ответ — риск менеджера. Нужна диверсификация. Да? То есть, есть специфический риск на компанию, который ты не можешь брать больше, чем сколько. Прям, у тебя есть детский мир, допустим, он упал на 30%, у тебя его доля, допустим, 7% на портфель или 5%. Ну, при такой капитализации это нормальная доля. Соответственно, ну, ты потерял 2%, если там вовремя не сориентировался. Я вот тут писал в телеграм-канале подписчикам, что я прям расстроился, что не зашортил, потому что я увидел новость, понял, что надо, ну, сейчас будет огромный завал. Пошел пить чай, там мне кто-то позвонил, пришел, смотрю, уже там типа 60, думаю, блин, ну как так, там прям деньги на столе лежали, надо было прям забирать. Вот, теперь второй ответ с точки зрения, ну, как бы, инвестбанкира. Смотрите, российский рынок, он на самом деле, ну, в моем вот восприятии, он всегда таким и был. То есть вот, ну, честно, я работал почти 5 лет, сделая сделки M&A и консультируя крупных собственников, как их сделать. Ну, например, часто вот у нас был какой-нибудь рабочий проект, например, там сейчас можно говорить, например, там, акции Квадры. Прохоров продавал Квадру потенциально Газпром. Это обсуждалось. И мы записали все. То есть там цена сделки была 900 миллионов долларов, там 9 месяцев работы над проектом, там человек 20 там, юристов, из банкиров и так далее. Все было на мази. Но как бы что обычно включается в такие проекты? Да? Что включается? Как избежать оферты миноритариев? Как не заплатить денег и точно кинуть физиков. Если вы думаете, что типа такого об этом олигарх, который делает какую-нибудь сделку и на рынке вывлеченным активом не думает, вы ошибаетесь. За это отдельно заплатят еще денег консультантам, чтобы точно там ни миллиона долларов не заплатить. Есть очень немного принципиальных людей, кто как бы там скажет, нет, окей, я там должен дать эти права. И вот как бы глядя на это, я начинал инвестировать, ну то есть где-то в 2013 году я там какие-то свои банкирские бонусы принес на рынок, начал их вкладывать на бирже, я понял, что, ну, как бы инвестор, особенно в России, должен точно рассчитывать только на себя и понимать, как такие процессы делаются, и что они делаются, ну, в 70-60% случаев не просто там не за него, а направлено против него. И в этом даже можно принять участие. Порой, например, акционеры Евразы, помните, давали оферту в Распадской, по-моему, что-то по 140, что ли, рублей лет назад. Но на самом деле было понятно, что там акция, если бы она нормально торговалась, платила дивиденд, она должна стоить 400. И напомню, Распадская потом стоила, ну, 500, что ли, рублей, если, ну, на излете 2021 года. Вот, так что важно понимать, с кем ты в одной лодке. Например, в том же детском мире, если, допустим, есть ребята, которые делают выкуп и делистинг, если надо просто ждать того, чтобы цена была маленькой. Например, детский мир сейчас дает где-то 10-ю дивдоходность на свою цену, там давал по 70, а по 35 рублей, например, даст 20-ю. Соответственно, если бы вот мне сейчас, как бы, как я бы вернулся на свою старую работу, мне сказали, Серег, что делать там, типа, вот мы, у нас там почти уже пол детского мира собрано, нам нужно как-то там отжать народ. Я сказал, ну окей, давайте тогда там будем давать плохие пресс-релизы там менеджменту, да, я, условно говоря, менеджмент, чтобы говорил там, да, ну все, мы уходим с биржи. Вот, дальше ставил тазик и собирал бы по 35, и под это бы взял бы кредит с берега, там, 12%, условно говоря. И как только все скупил, заплатил бы дивиденд 20, и все бы это окупил. Потом бы подождал год, пока все уляжется, бизнес детского мира еще вырастет, и сделал бы IPO и re-IPO, да, и как бы сказал, ну, все, мы там всех нерезидентов выпустили, всех отжали, и, в общем, теперь там размещаемся по 60-70 рублей. По факту рынок это съедает, и, ну, вот где-то когда в 16-м, 17-м, 18-м я был свидетелем многих таких схем, то есть когда компании, ну, условно, там, их собственники пытались их продать на максимумах, потом они поступали в рынок, потом розница редко на них зарабатывала много, а потом случалось какой-нибудь инвестиционный цикл, там что-нибудь еще, выкуп там какой-нибудь, еще что-нибудь. И собственник подешевле забирал с рынка обратно на свое же предприятие, а потом, когда оно вновь становилось, еще выходило на новый уровень, продавал. Я даже бы сказал, что в этом есть некоторый цикл, что эти ребята мыслят на 5 лет, типа когда надо, ну, роу продавать в рынок, а когда ее нужно возвращать.
есть инвесторы, у которых горизонт год, или asset менеджеры, какие-нибудь управляющие, или вот просто обычные люди, они этого не понимают. Но на самом деле в этом есть такая же, ну, несложная логика, и тут надо просто ее использовать в свой интерес. То есть, условно говоря, будет вот сообщение, что типа делистинг детского мира там, типа, не знаю, через неделю, будет он стоить 40 рублей. Вот тогда его нужно купить, потому что ты в одной лодке с чуваком, у которого там, не знаю, 40 миллиардов детского мира, и он как бы заплатит тебе дивиденд, даже в ООО, а потом через год разместится, и вы с ним выйдете по 80. И все его усилия, все его там инвестбанкиры, консультанты, деньги, которые он заплатит брокерам за то, чтобы сделать новое IPO подороже, будут работать на тебя. Ну, то есть это, Хорошая конечно, мысль, цинично согласен. звучит, но это как мир типа устроен. То есть как бы же там, не знаю, можно, если волк ест зайчика в природе, то есть можно, конечно, жалеть зайчика, но как ему не повезло, то его волк съел. В принципе, можно вставать и на сторону волка, и как бы, ну, так устроен мир, как бы не обязательно справедливо все. Понятно. Ну, хороший момент, действительно, есть над чем подумать. Я предлагаю нам постепенно заканчивать, потому что мы уже час говорим, люди у нас не готовы слушать больше часа, наверное, хотя разные бывают. Последний, наверное, такой наводящий нам, последняя такая темка, буквально на несколько минут обсуждений. Если бы ты вот только пришел бы сейчас, вот у тебя есть там, не знаю, миллион два, и ты такой решил, что недвижка будет падать, давай-ка я на фондовый рынок заведу. Ты бы заводил его сейчас на российский фондовый рынок или пошел бы, открыл счет на зарубежном брокере, не знаю, во Фридоме, в IB, где-то угодно, и лучше бы завел все туда, руководствуясь примером тем, что рубль сейчас очень дорогой, как раз хорошо бы его купить по 60, да, в доллары перевести там и куда-то проинвестировать, либо наоборот, ты веришь, что сейчас российский рынок имеет больше потенциала роста, даже с учетом всех этих ситуаций? Вот если бы был, вот к тебе приходит друг, говорит, да, там, Сергей, есть миллион рублей, хочу, не хочу недвижку, хочу акции покупать. Куда мне нести эти деньги? Давай так, в общем. Слушай, ну я всегда всем рекомендую, кто торговать не умеет, как бы, тому нужно просто опыта набираться. Там надо процентов 70-80 можно поместить в бонды, там, допустим, вот в эти долларовые, там, не знаю, газпромовские сейчас под 8 можно купить на Мосбирже или там Совкомфлот, и рублевые, там, не знаю, корпоративные по 12, не знаю, что-нибудь найти. А на маленькую часть тренироваться. Допустим, этот этап мы прошли, инвестор уже как бы, ну, типа, в форме понимает, как там зарабатывать деньги на акциях. Тогда нужно просто делить на две части и идти и туда, и туда. Но самое важное, что если мы говорим про то, что сейчас в мире рецессия, скорее всего, инвестор там не особо, именно если он инвестор, то есть он формирует инвестиционный портфель, скорее всего, он в долларах не особо-то и заработает в ближайшие полгода. А где-то через, там, может быть, полгода, 9 месяцев я жду более интересные моменты, чтобы формировать портфель вообще как бы глобально в любом месте. То есть все-таки сейчас мы на излете большого-большого цикла, и нужно, ну, как бы уметь ждать. Вот в этом смысле там какая-нибудь десятая доходность в долларах, это вообще супер классно, мне кажется, сейчас получать ее, чем как бы брать риск. Ну, типа брать риск стоит, если ты, ну, отвечаешь за свою способность зарабатывать. Понятно, понятно, понятно. Но мое мнение, я бы поменял бы рубли на валюту и что-нибудь подобрал бы, ну, подобрал бы, да, либо облигации, либо акции, ну, что-то валютного. То есть я бы сейчас активно пользовался крепостью 40-градусной рубля и использовал бы. Потому что кто знает, может быть, завтра что-то случится плохое, как мы видели, да, там залет не туда, не тех ракет, да, и у тебя просто с ног на голову вообще все становится, да. То есть это привычная жизнь, привычный там ход течения обстоятельств может повернуться, и у тебя может быть и 120 опять, то есть, ну, всякое может быть. Поэтому я пользуюсь крепостью рубля и стараюсь инвестировать больше сейчас глобально. Вот. Ну, why not? Да. Ну, вот я говорю, меня сейчас этот Газпром КЗД прям впечатлил. То есть я, честно говоря, там не ожидал, что можно купить долларовый бонд вот там, не знаю, такую доходность. И я понимаю, почему она такая есть. Ну, то есть это как бы замещающий бонд, он в рублях, но платит тебе по долларовому курсу. Наверное, единственный риск это, что Минфин просто, ну, ЦБ поставит нерыночный курс доллара в будущем под эти выплаты. Но, с другой стороны, учитывая то, что куча евробондов застряла в Евроклире, как бы их таким способом перетаскивают сюда, и денег в этом участвует не так много, поэтому цены еще не космические, а здесь, в Как России, купить? это, наверное, Подожди, тоже. как купить? Сейчас уже комментарий, я вижу. Ты про какой бонд, как купить его? Айсин, давай. А, смотри, На 1000 рублей можно купить?
русский, на 1000 долларов На один 1000 лот. долларов. Ага. Как То найти? есть берешь 1000 долларов, находишь, ну, не знаю, в Quick, в брокерском приложении. Мне кажется, вот во всех приложениях, кроме Тинькова, они уже есть. И тиньковцам не повезло. Просто как он называется? Газпром, как он там, ну как искать? Там же много газпромских. КЗ, ну, Кирилл, Зинаида, Денис. Вот прям напиши КЗД. «Газпром», КЗ. Да, вот будет бонд. Ну и на самом деле больше становится. То есть сейчас этих выпусков будет больше. Это просто долларовый выпуск. Вот, но там есть и в фунтах, там что-то под 7. И вот я говорю, Совкомфлот что-то под 8. И, наверное, еще их притащат. То есть это то, что есть держатель евробондов, и «Газпром», проведя голосование, делает замену, и тебе в Евроклире стирает бонд, а в НРД делает. Получается, в НРД рублевый бонд, у него рублевый стакан, за рубли продается, но выплаты идут по курсу ЦБ на дату выплаты, и тела, и купонов. Соответственно, таких выпусков сейчас нет, ну там, типа, пару дюжин, не меньше. И ну, для российского инвестора, ну, грубо говоря, вот когда сейчас все непонятно, там, недвижка непонятна, ОФЗ дают 10, купить там 7 или 8 в валюте, просто подождать там на 3 года, на 5 лет. Ну, в принципе, why not? Абсолютно такая живая инвестиция. Ну, Редко мне такое кажется, бывает. мы во второй части мы это хорошо раскрыли в плане конкретики, да, то есть и акции какие, и что там с детским миром можно сделать, и как можно в долларах войти и при этом хорошую доходность получить. Поэтому, надеюсь, люди, кто досидели до конца, да, то есть не ушли в первые Не 5 минут, зря, да, да. не зря, знаешь, как во всех этих инфо-цыганских вебинарах, кто посидит до конца вебинара, получит бонусы. Вот они, Ой, не бонусы. слышал такого. Нет, нет, нет. Да, всегда, когда Надо как-нибудь включаешь попробовать. какой-нибудь вебинар, там, где что-то, ну, рассказывают, типа, по-новому, да, там, кто досидит до конца, получит бонус, вот он бонус, ребята. Вот, ну, хочу поблагодарить Сергея за то, что сегодня Да. был с нами, рассказал много что полезного и интересного, даже мне, при том, что, видите, про КЗД я особо не знал, мне, как бы, российские евробонды после всего этого уже давно не интересны были, да и, в принципе, никогда особо интересны не были, я мог всегда покупать глобальные облигации через IB без проблем, то есть, у меня чуть поменьше доходности, но с поменьшим риском. Меньшим риском. Сергей, спасибо, что пришел, что был сегодня с нами. Спасибо тебе. Был рад побеседовать. Увидимся как-нибудь. Ну, Да, поэтому заходите на канал Сергея, если интересна его, да, логика размышлений, Invest Heroes, я ссылочку внизу оставлю, посмотрите, почитайте. Вот, ну и всем пока, до новых встреч, ребята, счастливо.